20 в редакцию вошел гражданский человек, он не представился, ничего не предъявил. Вот, и как это, ну, в хамской манере такой предложил, чтобы мы отошли к компьютеру. Вот, мы сказали, ну, точнее я сказал, что я выключу компьютер. На всякий случай, потому что там включена админ-час, там включена моя почта, личные данные какие-то. А что он сказал, что в таком случае следователь имеет право изъять системный блок. В общем, хотя как мы выключили уже научную горьким опытом годичной давности, когда нас 10 часов здесь продержали, вот, мы покинули, попытались покинуть под помещение, что нам удалось. Вот, в настоящий момент, что происходит в редакции, я не знаю. Вот, но по слухам там идут обыски. Через час, где-то в 12-20, наконец-то любезно разрешили нашему адвокату туда зайти и нашему учредителю. Вот. Что происходит, я не знаю. Согласно, напомню, что согласно закону Украины, проверки в период предвыборной кампании, проверки СМИ запрещены категорически. Что, ну, я, ну, комментировать тут нечего. Ну, мы точно знаем, что редакцию проверяли, потому что люди, которые после нас... Проверки идут во все. А, вот. И ходят слухи о том, что... Опять слухи доносятся, что это связано с ликвидацией банка «Базис». Вот. Но здесь не основной офис «Базиса», здесь одно из отделений. Вот. Основной на Марьяненко, насколько мне известно. Почему здесь все? Вот так вот. Потому что я не... Вот и все, что я могу сказать. То, что мне известно, это... Марьяненко тоже... На тот момент находилось раз, два, три, четыре, пять, около шести человек, наверное, работников редакции. Шесть, наверное. Это человек. Газета и интернет-обозрение. Мужчина пришел один. Он один пришел, да. Скажите, пожалуйста, он угрожал? Он, единственная угроза была в том, что если выключишь компьютер, то мы его можем изъять. Изъять с кем-нибудь. Вот это одна его угроза. Какие угрозы? А, ну как он говорит, ну так, если, а ну-ка я кому сказал, отойди от компьютера, это, если я считаю, что это угроза, наверное. А вот все-таки, если он не представился, да, как... Не представился, не предъявил ничего. А почему 6 человек послушались вот одному человеку? Может, это вообще какой-то аферист? Может, и аферист, но это был работник УБЭКа. Это нам точно не известно. Ну, очень. Он, нет, ну то, что он не представил. Дело в том, что смотрите, там как у нас редакция, вот газета и вот интернет-обозрение. Вот, оттуда какой-то, вот я здесь, да, в другую комнату, или там, что-то какое-то, я не знаю, что рассказывал товарищ, который зашел. Ну, мне он сказал, когда я попал. Он представился? Нет, не представился. А что он сказал, что я из милиции, это нечего? Нет, ничего. Я пытался закрыть снимать, ящик, он говорит, если закроешь, взломаем ящик. Я понял, ну в общем, а почему мы его не побили, да? Ну не знаю, мы воспитанные люди, уже научные, ну, опытом лично. Да. Мы знали, кто это. Нас предупредили еще где-то, ну, давно, что могут быть обыски. То есть мы готовы, ну как готовы. Поэтому нельзя предупредить. Ваша версия. Наша версия? Без понятия. Я думаю, что нам запрещают работать. Это вот лично мне запрещают работать. Больше я другой версии не знаю. Мне абсолютно все равно, что там в базе, что вы инвесторы, что вы... Ну, все-таки, по вашему личному инвестору, кто это может быть, не с какой целью пытаться обладать? Я не знаю. Врагов у главного достаточно. Например? Да. Не знаю, руководство области, которому не нравится, как мы воняем. Не знаю, там, Геннадий Адольфович. Возможно. Я не знаю. Ну, скажите, сейчас вас вывели на улицу, да, и вы не можете попасть. Мы не можем попасть. Что там сейчас? Ой, как сообщили, там проводятся следственные действия, это на юридическом языке, на простом, там идет обыск. Что еще нужно? Что в редакции можно искать? Я не знаю. А кто-то приехал еще? Да, через час запустили адвоката и запустили руководителя нашего учредителя, ну, представителя учредителя вашего, то есть зашел в них, слава. Сотрудники правоохранительные органы приехали еще? Там они все. Это тот, который молодой человек, который заходил, это и был сотрудником милиции. Там получается, он зашел, попросил вас выйти, все вышли, и у нас лишние упало. Мы пока выходили, там на лестнице, в других помещениях, да, ой, извините, на третьем этаже, там, на втором этаже, было полно незнакомых людей в штатской форме. Вот, потом выяснилось, что это УБ.
А, пошел так, если бы я не